Начинаем запись, мне все достало, этот пурим, эта активность нездоровая, эти наезды на Мону и на нас. Начнем с маленького. Белые сферы, квантовая бомбардировка Земли. Так, хорошо. Купол какой-то новый выстроили, Илья. Где? Ну, я бы сказала, над землей, только не над всей, над какой-то частью. Ну, отлично. Россия как-то не очень затронута, а все остальное вот как покрыто, ты не знаешь, как паутина такая. Ну, отлично. Это не наши пауки. Отлично. Вот этой бомбить. Все подряд. Все свободные пространства и купола. Пока белые, пусть делают. Маленькая зарядка, расчистка пространства. От всех мелких квантовых. Там дождичек, скажем так. Да, хорошо работает. Синие починили поливалку? Да, починили. Одну поливалку на все хорошие ядра. И в нашей Вселенной. В крепости звезды. По одной. На их планету. На Дюну, на фиолетовую планету, на ядра освободить, в море ртути, в зеленую планету. Всю энергию на нас, в нашу Вселенную. Да, хорошо. Белая сфера, когда закончит бомбардировку. Когда скажешь, она работает. Пусть работает. Зеленая сфера то же самое. Бомбардировка Земли. Синяя сфера, бомбардировка Земли. Да, хорошо. Фиолетовая сфера, бомбардировка Земли. Сжигает фиолетовым огнем. О, это интересно. Очень глубоко проникает в. Селёдочница, бомбардировка. Как мы и только не называем. Стеклянная сфера. Один рог прогревания Земли. Все маленькие тоже.
светим. Второй тоже. Под углом 60 градусов. Третий готов? Да, готов. Все три пусть работают. Меня пусть несколько маленьких, штук 5 греют, потому что вибрации пойдут на меня большого. Хорошо. Бумеранг приближается к земле и срезает сам. Она крутится, он срезает прям. Все, что нечеловеческое, квантовое, магическое, роевое создание. Да, Как хорошо. Ножом. Маленькие бумеранги срезают тоже всех подряд. Максимальная активность всех. Один дракоша пусть меня сожгет маленького. Энергия пойдет в меня большого. В рой. Хорошо, да, делает. Теперь все три рога пусть почистят Израиль. Тель-Авив. Три луча потока в одно место. Что происходит? Там взрыв какой-то. То ли слишком прогрели, то ли пар какой-то идет. Скорее взрыв. Отлично, так и надо. Теперь этот взрыв экспоненциально как пусть расширяется. Да, поняла. Надо прогреть стену плача. Пусть она почистится. Да, ее тоже прочищает. Все, кто с ней энергетически связаны, то же самое. Вибрациями, как комок снежный, пусть они сгоняют, уплотняют. Весь эгрегор. Знаешь, как там эгрегор образовывается? Люди приходят, пишут туда записки, оставляют как фантомчики свои, как закладки. И когда они даже уезжают прочь, через эти фантомчики накачивается энергия постоянно, да.
Ну вот надо еще поддать вибрации энергии в этот эгрегор. Пусть работают медузки, пусть работают все. Медузки пусть отдают энергию сферам. Да, хорошо. Все медузки между собой связаны и отдают энергию сферам. Хорошо. Кто сейчас на тебя что посылает? Это из Израиля. Там делают просто какие-то ритуальные. Все три рога пусть звенят, дудят в этих вот тех, кто сейчас делает. Надо их покрутить и подудеть на них. И Да, хорошо. бомбардировка фиолетовой сферы. На меня все три рога. Пусть я уплотнюсь. Пусть моя сила Хорошо. будет только вокруг меня и под моим контролем. А все, кто в ней, нужно схлопать, очистить. Сам себя уплотняю. Интересные эгрегоры. В основном один активировался. А чё это они с моей силой это делали, а? С какого хрена? Фиолетовые сферы, бомбардировка меня. Очищает, да. Белая сферка, сфера бомбардировка меня. Да, хорошо. Зеленая сфера бомбардировка кораблика моего. Синяя сфера бомбардировка материнского кораблика твари. Да, хорошо. Чего-то не хватает еще. На материнском кораблике плохо идет бомбардировка, как сквозь него проходит и все почему-то. Ну давай, три рога пусть на него подудят. Что происходит? Как маленькие, знаешь, такие молнии какие-то начинают вспыхивать на нем. На этом не вижу работающих квантовых компов ее. Ну, потому что и нету на квантовом уровне, там уже ничего нет. Хорошо. Но какой-то контур остался, как память. Да.
Скажи бумерангу разрубить. Большому. Ее кораблик. Хорошо. То есть контур разрубить или весь кораблик? И то, и другое, что сможет. Но контур точно разрубил. А в кораблике застрял. Значит, где-то есть работающее еще что-то. Смотри, в чем он застрял. Прям в углу. И что там? Ребра жесткости какие-то, вот они странные. Квантовые. Да. Нет. Не совсем квантовая, не могу понять, квантовая основа есть, но там и другая какая-то основа. Чуть-чуть осталось квантовая, она как маленькая пленочка такая. Да, а все остальное как трубочки такие схоненькие. Да. Где да. Комп, который поддерживает этот вот, рассчитывает ребра жесткости? Делает новое пространство, все равно держит другое пространство. Как монофункциональный где-то прикреплен прям сбоку какого-то из ребер. У основания. Пусть синие квантовые убирают, ломают. Да, хорошо, ломают. Все работающие. Нужно разнести его к черту. Да, хорошо. Интересно, в меня пошла энергия зверька. В том числе и моя энергия в зверьке. Сломался эгрегор. Иудаизм, а жертвоприношение. Хорошо, работаем дальше. Бумеранг пусть выйдет. Вытаскивай, пусть восстанавливается. Да, хорошо. Сейчас повторим снова. Спроси синих, как уничтожить материнский ее кораблик в ноль полностью. Квантовых синих. Просчитывает вариант. Квантового там ничего не осталось. Практически ничего. Ну вот нужно все, чтобы вообще ничего не осталось. И этого будет достаточно. Фиолетовая бомбардировка может поможет. Она Так, более глубинная, она самая давай глубокая. сделаем. Проводи. Но прогревает. Я еще чуть помогаю.
такое впечатление, что он просто пропитан этим. Говном всяким, да. Ломаю кораблик нахрен. Там действительно столько всего из других вселенных, все как сопли, как вот нитки сопливые из соплей из других вселенных шло. Фу. Поломал форму, и содержимое изменилось. Оно начало в гармонии со Вселенной обмениваться. Стало частью. Туда кристалл Вселенной. Всюду. Замечательно. Смотри, как белые червяки из земли повылазили. Некоторые. Особо религиозные деятели. Особо упоротые. Вот давай на них прогрев всех трех. Хорошо. Патефонов больших. Рогов. Что-то они как засипели. Что с ними? Да, не та тональность, как вроде вообще не так. Что с ними? Выдохлись просто. Да нет, они не должны бы так. Сейчас посмотрю. Как залито чем-то. Таким, знаешь, липким-липким. Кто сопротивляется? Фиолетовые. Диагносты им. Да, я поняла, И хорошо. плащики. Пусть сигналы модулируются тем уровнем, на который они не допрыгнут. Хорошо. Большому бумерангу скажи разрубать самые мощные скопления силы в людях. Даже моей силы. Везде, кроме меня. Как Да, это сказала. срубает? Срубает столбы силы. Теням. Все души, которые повылазили, повыпадали кристальчики забирать. Да, хорошо. Обычные синие пусть помогают процессам проявления, разрушения, уничтожения компьютеров, уничтожения программок, которые против нас, которые мешают процессам. Белые сферы снова бомбардировка Земли и эгрегоров. Зеленые сферы то же самое. Синяя сфера то же самое. Возвращаемся к бомбардировке. Максимальная активность всем квантовым воинам, юнитам.
Ну, что такое впечатление, что поверхность Земли как эпоксидкой залита. Она абсолютно такая вот глянцевая, такая блестящая, Вот прям ее такая, нужно да? и взорвать. Да. Бумерангу, если он сможет разрубить, пусть разрубит в одном месте. Начнет энергия выходить. Пусть бумеранг прорубит эту эпоксидку, этот лак в местах, где чакры Земли. Да, хорошо. Те, которые на земле поливалки, пусть едят этот слой и проливают. Да, делает это. Я тоже его ломаю. Немножко они поддостали. Синие пусть ломают все большие компьютеры. Кванты уже все сломаны. Теперь нужно доломать все остальные большие. Мы это регулярно делаем, надо поломать еще, сколько увидим. Хорошо, работает. Вон, ну посмотри, кто еще моей силой пользуется. Некоторые эгрегоры. Прям целые эгрегоры. Как вот так вот взяли с одного места и кусочками, ну так. Давай сломаем просто эти эгрегоры и заменяем на наших видосок. Почему наши видоски еще не там? Они вообще не работают. Почему? Как застыли. Смотри, почему. А у меня они на них тоже сиропчик такой вот этот. Источник сиропчика. Все тот же. Конкретно сфокусируй личность. Да, я его вижу. Вон, еще двух таких найди. Умных. И поняла. Сильных, крутых, как они думают. Вот того вижу. Уже даже сфокусировалась на нем. Это достаточно молодой, ему на уровне 35 лет. Реально такой молодой, откуда он И такой сильный? предыдущий, ну ему статус Ну, старый помер. да, статус, да. Предыдущий был, ну, на уровне чуть до 40. А еще предыдущий старенький. Да, а еще предыдущий старенький был. Может быть, хватит ломать шестерок. Давай вот это вот контур, в который их вкладывают, личность. Я Мы поняла. личность ломаем. Нужно вот именно контур. Угу, Давай я найдем поняла. код этого контура. Форма. Где информация об этом? Да, трафарете форме. Что должно быть так, что сила должна течь вот в этот контур, а личности меняются.
Это как экзоскелет такой. Рамка, да, какая-то, или Рамка. Человек экзоскелет, в него рамка, входит, да. и там Да. антенка такая для коммуникации с троном, скажем так. Но это же искусственное формирование. Да, это искусственное формирование. И сразу идет картинка, знаешь, как описывают, что вот как заходит куда-то этот их, как он, блин, его называют, первосвященник, что ли. Вот. Не знаю, как это, скиния какая-то, что это такое, какая-то вот такая идет. Ну, это все из материнского кораблика, эти все ритуалы продуманы, просчитаны. Ломай код на уровне кода информации. Да, я поняла, хорошо. Стираем. Это не в гармонии со Вселенной. И антенку, по крайней мере, точно я ломаю. Есть квантовые компики, которые держат этот контур. Да, есть. Где находится? Они такие, знаешь, как моноблоки. Функционально Да, ломаем. они только одно держат. Скажи синим сломать. Да, показала. И все такие контуры тоже пусть перепрограммируют. Разрывают контур. Трафарет. Внутрь кристалл Вселенной и разрывают контур, чтобы они были частью Вселенной. Что внутри не было других законов, по которым живет этот чувак. Да, не разрывается. Во всех религиях, эгрегорах. Закон один для всех, кон один для всех. Нельзя быть внутри другого пространства и влиять на это, на наши. Скажи синим, все такие пространства сделать частью нашего. Изменить код. Бумеранги рубят все такие экзоскелеты. Пусть рок дудит в такие экзоскелеты, в трафареты, в саркофаги. Угу, я еще их давлю. Ибо достала. Избранных не должно быть ни национальности, ни людей, ни магов, ни масонов, ни ритуалов. Пусть маленькие бумеранги такие саркофаги рубят в капусту просто. Мона, как там наш спецназ? Живой еще? Он как застывший, ты понимаешь? Вот как вроде вот ногу занес и застыл как-то. Пусть освобождается. Они же модули. Модули. Покажи им, как освобождаться. Да, показала, поняли. Паучки. Чешу. Максимальная активность. Поливалки. Уже работает. Максимальная активность. Всем говори, как будди. Диверсанты и те, и другие. Ну вот я им показываю, как освобождаться. Угу. Бумеранги. Эти летают, работают. Хорошо. Маленькие. Тоже.
врага. Хорошо, патефон. Фиолетовые диагносты. О, эти нормально. Отлично. Сколько мы там их наделали? Да их не очень много, около идет вот эта цифра 9 9 9 9, ну около 10 тысяч. Что-то мало. И она их больше не выпускает, пока эта сфера. Не хочет? Как вроде она, вот такая информация идет, что это количество было оговорено. Кем? Я не помню такого. Я тоже не помню. Откуда да вот ограничение? вроде от тебя такой заказ на такой, вот я не помню. Нет, это стопор стоит. Она хочет, и ее вбивает тот же самый, как бы от тебя сигнал идет, и то есть твоя команда ранее и сейчас. То есть и она вот хочет выпустить и не хочет, хочет и не хочет, и она вот так вот туда-сюда. Покажи ей миллиард выпустить. Миллиард. 1,9. Не 9,9,9, а 9 нулей я ей показывал. Неправильно поняла. Или я неправильно сказал? Далее покажи бусинку. Да, видит. Пусть копируют. Копируется. Нам троим выдает. Все новые диагносты вешаются всем людям на Земле, в Северном полушарии. Россия, Европа, Штаты. В первую очередь. Такое количество не готово. Пусть не спешу, это на несколько недель. Пусть делают и вешают сначала в России всем. По времени. Зеленая сфера. Ну, сейчас ты сказал обстреливать, бомбардировку делать на квантовом уровне. Работает. Покажи ей бусинку, пусть копируют. Да, копирует. Нам троим. Ну и себе. Фиолетовая сфера тоже себе. Пусть возьмет. Хорошо. Зеленые диагносты пусть делает и вешает тоже миллиард всем людям. Да, Со хорошо. свойствами фиолетового проникновения сквозь все кванты и магические структуры. Да, хорошо. Я вижу еще несколько саркофагов неразделанных. Спроси у синих, почему они еще не разломали их. Работает, говорит. Хорошо. Помощь какая нужна? Нет. Хорошо. Ниндзя наши. Уже работает. У них мой код, как их могли остановить? В принципе, я... Их не остановили, они просто как в стенку уперлись и не могли дальше двигаться. Как вот квантовых синих просто вот заперли во что-то. Что за стена? Кто поставил? Посмотри.
Та же структура, что и на синих. Одинаковый код на этих. Что на том прозрачном. Скажи им этот код игнорировать. Да. Проходить сквозь такие стены. Хорошо. Выпивать и усиливать. Тени. Всегда радует, и ничего не случается. Пусть скажут, сколько еще красных кристалликов осталось. В районе 6000. Там 5 и какие-то там циферки. Понятно, покажи им взять маленький патефон и втроем дудеть на этого человека, пока кристаллик, на этого масона, пока кристаллик не выпадет. Да. И клевать. Квантовые пантерки. Есть огромные, все хорошо. Работает, никто не повредил. Сколько их? Вроде никто не повредил. В районе 18000. Что так мало-то? Мало. Но они очень модифицированы, очень сложные, хорошо. Направь их на тех и им подобным трех, которые с нами работали. Ну, шестеро было, трое уже выжили. Еще выжили, скажем так. Медузки. Да. Фиолетовые бусинки медузкам. Поняла, хорошо. Чтобы они видели Да, все лучше. теперь получше. Израиль, Ватикан, Мекка, Лондон, Капитолий. Пекин, Токио и Дели. Да, хорошо. Немножко Африка, но хрен с ним. По одной, пусть размножается. Дракоши. Но то, что они есть, радует. Сейчас я посмотрю на их функционал. Эти работают. Этот штук. Ну, было 800, да. Чуть-чуть. Растут, но медленно. Покажи бумерангу. Бусинку. Да, видит. Пусть копируют. Это мощное, интересное. Что это такое он там? Не настолько прозрачные, как бусинка. Угу. Туманчики. Ну, давай нам троим копируй. Интересно, мощный как раз впихивает всякие нехорошие структуры.
Ладненько. Что с рогами нашими горными? Фельд очищает твой корабль. Да, как пластилином там много, залеплено много. Интересное ощущение. Я себя выдираю из эгрегоров. Спасибо. Упс. Как будто это очень больше эгрегориальная работа. В эгрегоры входили и вот так вот эгрегорами шарили. Кто-то стал очень большим и сильным и... Такое ощущение, что работал из одного эгрегора, который был в самом начале. И всеми эгрегорами, а да. потом стали все, он всем, он как в корень вошел в основание. Да. Я тоже это увидел. Я вышел из эгрегоров, типа. Что-то с сервером стало. С компами, которые там у Моны. Ну, это неизбежное зло. В Японии еще несколько суперкомпьютеров. Они как выключены, но их сломать, пока они выключены, невозможно. Но они тлеют, как бы тлеют. Ну ничего. Ломать не строить. Что с крабиками? Эти крабики. Они снесены вместе со всеми вояками. Я вижу, как трупики, да. При атаке Такие трупики. фиолетовых, потом при атаке белых. Просто трупики. Их можно восстановить, кстати. Незачем. Мы уже Они сделали классно работают. Булочку. А. И мы сейчас вручную работаем. А, паучки как это, мозги с паутинкой так стягивают. Смотрю. Вот так вот. Монокомпьютер перезагружает, походу. Я думаю, что не в ней дело. В каком-то соединении, где-то там сервак на Украине упал. Не выдержал. Но она же сидела, не трогала. Видел? Ну да. Это сервак умер. Ну, сервак умер, то можно скайп-то переподключается на другой сервак. Да. Это мог быть сервак скайпа, который обслуживал Украину, скажем так. Ну, они переподключаются, например, с Украины в другой ближайший если сервак. есть куда. Они же постоянно падают. Да, в том-то и дело, что в последнее время они начинают очень-очень... Ай. Это вообще капец. Ай, да. Во-первых, ушел весь интернет. А во-вторых, я не могу ни в группу никуда присоединиться. А Димка уже ушел? Нет. Я не туда нажал просто. Я нажал как... Тот прекратить случайно. Я случайно тогда я нажал, поняла. Надо было на другую кнопочку нажать. Блин. Я поняла. Вот. Ну такое бывает. Да что же это Очень бывает? часто. Так не бывает, чтобы две линии интернета ушли сразу. Ну что это Да. такое? Бывает. Анти. Помнишь тот раз в осенью, когда синий показывал? Ручки обожглись. Куча Да, серверов по всему помню. миру. Переполюсовка. Глобальный сбой был. Да какой-то кошмар. Ты чё? Уже привыкли, весело. Сейчас, ребята, одна минуточка. Чё с тобой? Чё ты там?
Подключить. Вот. Отдыхаем, да, типа? Нет, нет, нет. Да, смотрим, я собираюсь, выхожу из эгрегоров. Я весь в пластилине был. Мои силы сделали пластилина много. И залепили все, что можно. Я сейчас найду того умника, который это делает, и ему тени будут объяснять, что нужно знать свое место. И даже покажет это место. Один. Шапка такая круглая, черная. Белые одежды. Стоп, ему служат белые одежды. У всех рядовых черные одежды. У некоторых избранных особенные белые. А у этого голубая мантия. У него голубая мантия, мон. Сколько еще таких голубой мантии одевают? Всего было шестеро. Угу. Ну вот они все и собрались против меня. Да, их всего шестеро было. Вот их трафареты надо разбирать, я ломаю ящики. Статус, то есть люди в них вкладываются. Ух, сколько там душ-то, финьков. Я вообще присутствую или я пропала? Да, ты есть. Есть. Так, достаточно, отдыхаем. Под запись, похоже, достаточно. Дальше поработаем не под запись.